Так, ты ее тоже видишь, да? Да, Леня, я держу ее в своем поле зрения. Пнупкин, а почему мы с тобой стоим на этом дереве? Сюда меня привела моя чуйка. Ну ладно, а вот и она. Я ее вижу. Самое главное, не поддавайся. Нужно выстроить план, который... Не понял. Пнупкин, ты где? Обязым! Пнупкин, стой! Леня, я просто обязан поймать эту овечку. Нет, Пнупкин, я первый ее поймаю. Отстань, я буду первый. Стой, говорю. Нет, а мы еще посмотрим. Блин, упал. Вроде бы обогнал. А? Что? А вот и овечка. Иди сюда, милашка. Сейчас я тебя состригу. Чего? Ты че сделал? Кажется, что-то пошло не по плану. Бежим! Леня, подожди меня. Мои друзья отправились в путешествие. Они прошли тысячи блоков на подходе к своей цели. И вот, наконец-то, они нашли портал. Кажется, получилось. Пнупкин, мы сделали это. Леня, а ты точно этого хочешь? Да, Пнупкин. Пнупкин, почти готово. Остается последний. Готово. Ну, нет, Леня, я отказываюсь. Всем пока. Всем пока. Ну и ладно, не пока, а пока. Ну чё, разорот, погнали! Бум. Ну все, хана тебе. Леня заспавнился в Эндермире и решил, что он должен уничтожить дракона. Сначала он сломал все кристаллы. Ха-ха, имба! Ленчик взял эндер-жемчуг и кинул его в этот портал. Ну чё, погнали? Бум! Вот это мне, конечно, повезло! Салкерчик, иди ко мне! Ты отправляешься со мной. Бежим! Ну раз уж этот Ленчик решил свалить от меня, он со мной жить не будет. Он будет отныне жить в этом доме. Построю ему отдельное убежище. Вот такую стрёмную коробку. Так, кажется, я забыл про дверь. Нужно бы за ней сбегать. Сейчас приду. Так, куда бы тебя поставить? О, дом. А чё, Пнупкин решил переехать, что ли? Ладно, поставлю шалкерчик прямо тут. Я сейчас приду. Телефонный разговорчик. Очень важный. Матерь Божья! Такого поворота я точно не ожидал! Вот это поворот! Карапуз-телепуз присоединился к игре. Ребята, привет! Я наконец-то решил! Что еще за звук? О нет! Опять! Карапуз-телепуз был убит домом. Карапуз-телепуз покинул игру. А чё это он там такое делает? Новый лайфхак будет просто топовый. Ленчик точно от него офигеет. Не понял, ты чё делаешь? Леня, не задавай глупых вопросов, просто немного подожди. Так, всё, Пнупкин, я полетел, короче. Ну и лети, зараза. Так, ещё совсем чуть-чуть и... Ой, готово. Проводим редстоун прям до дуба. Готово. И бежим! Вот это прикол! Обалдеть! Вроде бы сработало! Нужно пойти и рассказать Лё... Не понял, он чё, меня пранканул, что ли?
Ах так, да? Ну все, Леня, держись! Так, здесь нету! Мне нужно срочно отыскать эту штуковину! Блинский блин, да где она? О, оказывается, нашел! Все, Леня, ну держись! Лошара, в такую ловушку смешную попался. Бум. Не понял. Диннербон. Это что, меня перевернули, получается, да? А нечего было меня пранковать. А если я отойду? Топкин, ты чё, мне не веришь? Лёня, ты мне втираешь какую-то дичь! Ты втираешь мне какую-то дичь! А я тебе говорю, что можно так сделать! Давай проверим, ты меня точно пытаешься обмануть! Окей, проверим. Запись пошла, я пошел. Жду доказательства! Итак, первым делом мне нужно поставить портал. Да, нам нужен именно такой высокий портал. Поджигаем! Бум. И прыгаем! Поставлю-ка камеру вот сюда, чтобы она точно ничего не пропустила. Кровать тоже вот сюда. Мое любимое! Этот Нопкин дурацкий не верит, что можно поспать в аду. А я ему это сейчас докажу! Не понял. Ну-ка, блин, зараза, стой. Это. Ты чё прячешься? Чё, боишься меня? Точно? Тогда отгадай слово из этих букв. У тебя мало времени. И напиши его в комментарии. Одну минуту спустя. Вот офигевший. Решил со мной подглядывать. Итак, Нупкин, смотри внимательно. Раз, два, три. А он мне не верил. Вот! Да как у него вообще это получилось? Нупкин, что-то жрать хочется. У тебя случайно нет ничего покушать? Нет, Леня, ничего нету. Я обиделся. Чего? Кашу маслом не испортишь. Тогда пойду сам еды найду. Ага. А ну иди сюда, цыпа. Леня, ты чё, дурак, что ли? Ты чё делаешь? Ты чё не знал, что свинюшку нельзя убивать? Это ещё почему? А вот почему. Вот почему! Ага, раз так, кушать-то, блин, все равно хочется. А съем-ка я, пожалуй, его. Бум! Я еще никогда не пробовал на вкус домик. Интересно, а какой же он? Смерзость. Блин, ну его нафиг, я полетел отсюда. Леня, это еще что такое? А, это Нупкин, мое новое изобретение. Офигеть, я умею летать. А еще мне интересно узнать, ты умеешь ставить лайки и подписываться на канал? А еще смотреть предыдущие видео, которые здесь на экране. А ну-ка нажми на него и посмотри, оно классное.